Привет, зритель. Это влоговый обзор моих подарков в нескольких частях на 8 марта. Я, конечно, прослоупочила. Красивый цветочек, пока он цвел очень красиво, он сейчас уже зацветает, но в этом в сообществе я, по-моему, кидала фотку его и в телегу тоже, если интересно, глянь, посмотри. И сейчас я тебе просто его запишу, как он есть. Начну с того, который ближе. Да, ты, возможно, ждал, что-то будет несколько по-иному. Это мне друзья подарили. Бальзамин. Он стоял на кухне, и весь такие листики все вот, ну, подсохли, вот выпал даже один. Как-то подмялись. Я думаю, что же столько, может, ему холодно. Там я потому что окно периодически открываю, может, еще что-то. И я перенесла его сюда, он буквально за 2 дня вот распустился даже. Ну, практически распустился. Почему? Бальзамин. Я хотела однажды купить бальзамин, думала, его кладут в чай, но оказалось, что не кладут. Так, я на руке снимаю, вон там у нас кошка Алиска. Я, может, потом это потрясу, распакую нормально уже, ну, может, вот эта вторая часть, там я уже типа скажу, привет, снова зритель, вот тут я. Это мне сестры подарили, это первая часть подарка. Туристический набор. Да, я его потом растрясу, когда камеру поставлю на штатив. Просто я вдруг увидела, да, моя полка с запасами, что у меня цветочек-то почти уже отцвел. Есть одна вещь, которая как бы, возможно, в ванне бардак, поповольные, ранимые, беременные дети, можете не смотреть. Короче, коврик, который усиленно юзается. Мой близкий родственник сказал, что коврик уже поимел всякий мусор, но так как я слепая курица, и у меня еще кошка ходит, то я как бы его не вижу, пока не наклоняюсь. В общем, это коврик. Хотела сказать для выпечки, но на самом деле для ванны подружка мне подарила по моей просьбе. Но она спросила, что мне такого путного подарить, и я сказала. И мы сейчас идем с тобой как раз к гиацинту, который вот для равновесия я его тут поставила. Стакан, в котором чего только нету. Там и декабрист есть, и вот ты видишь этот, как она, мне хочется ее назвать традисканция, но это не традисканция. И еще какая-то веточка есть, которая вот уже даже почечку распустила. Я как-то шла зимой, да, вот у нас с этой стороны весна-весна, с другой стороны зима-зима, куда у меня окна не выходят, там зима-зима. Короче, шла я как-то зимой от родственников, было скользко, темно и холодно. И мне надо было за что-то подержаться. Я удержалась за какую-то веточку, какого-то дерева, уже не помню. И что-то она как-то так раз и смялась. Я думаю, ну я ее так взяла и отломила. Думаю, приду и поставлю воду, посмотрю, что с ней будет. Вот она уже 2 месяца с лишним, если уже не 3, стоит в этой воде. И почечки распустила и так далее. Короче, гиацинт. Я понимаю, что надо было записать пораньше, когда он не только вкусно пах, но и красиво цвел. Но, в принципе, слушай, зритель, он и сейчас вполне себе нормальный, такой интересный выглядит. Короче, гиацинт. Гиацинт мне подарила тетя. Мне еще этот была там монетка, была вот такая коробочка красивая. Я тебе сейчас покажу, что в коробочке. Было. Была сахарничка. У меня тут баррикада чаев, чашек, ложек, какой-то этот... это я пасту делала из семечек, подсолнечника и финикового сиропа, ну, типа как халва. Сгущенное самопальное молоко, мед от наших пчел. Да, я вот все хотела его в чай залить, но и забыла. Не знаю, можно ли вино красное сухое хранить в стакане несколько дней. Короче, вот сахарничка. В ней ложечка. Я ее еще даже поближе подставлю. Мне, возможно, тремор, потому что я сегодня по жаре в плюс 10 на солнышке поперлась в очень теплой зимней куртке, потому что мне показалось, что холодно. Ну, от жары мне становится фигово. Поперлась я в сад, понесла бумагу на сожжение. Короче, вот ложечка, сахарничка красивенькая. О, я только сейчас увидела, что здесь ничего, а там цветочки. Видишь, не зря я этот камеру взяла. Маки.
и красная крышечка. Ну, как бы самое интересное, я хотела какую-нибудь, думаю, блин, надо бы сахарничку какую-нибудь, в которую вот ложечку положил, крышечкой закрыл. У меня есть очень маленькая советская сахарничка, когда я только сюда переехала. Я ее юзала, но там буквально вот, ну, на 2-3 чашки. Ладно, на где-нибудь 10 чайных ложек. Потом есть просто сахарничка советская с крышечкой, обычная там от какого-то сервиза, она там на балконе стоит. Потом есть сахарничка, которую я купила, магнитовская, беленькая такая, в нее ложечку не вставишь. И есть сахарничка уже без крышечки, без ложечки, стеклянная, которую я когда-то давно покупала, но моя бабуся Маруся, когда была жива, разгрохала у нее ложечку, потому что ей ложечка не нравилась. А крышечку от этой сахарнички я присобачила. О боже, у меня тут целая гора посуды, бывает и больше. К этому чайнику, потому что чайник назывался «Водолей» с рожками такими. И однажды крышечка хлобысь и разбилась, а мне надо было вот какую-то крышечку. И потом я купила ту сахарничку, у нее как раз ее крышечка подошла к этому чайничку. Ну, в общем, сахарничка была стеклянная, с ложечкой, вот так вот, но ложечка того, крышечку я отобрала у нее, сахарничка сама по себе теперь. И, в общем, не было у меня сахарнички такой конкретной, чтобы вот нормальная такая объемом сахарничка положить туда, сахара, ложечку и крышечку. И теперь она у меня есть. В общем, вот это вот вместе с цветочком и монеткой мне подарил близкий родственник. Друзья мне подарили цветок и одну штуковину, но мышка бежала, хвостиком махнула, штуковина раздолбалась. Печаль вселенская, да. Потом, что мне это? Подружка подарила этот самый коврик, который ты видел для ванной. А, сестры же мне еще подарили такую штуку и шоколадку. Так вот, шоколадка. Я ее обещала в записи на канале, что я ее, значит, в сообществе не съем до обзора. Но так вот получилось, что я ее, конечно, не всю съела, но поела. Вот. Сама я сейчас узнаю, сколько тут осталось этих кусочков. Самое интересное, мне хотелось молочную шоколадку. Я еще подумала, я же сама могу сделать шоколадку молочную. Но вот близкие родственники угадали с мои желания. 6 кусочков осталось. Я что-то как-то это так мало шоколада стало есть. Я кусочек беру, максимум 2, и с чашкой мне хватает. Раньше могла бы пол шоколадки схомячить, чем вот Аленка, 90 грамм. Ну и это вроде все. Все мои подарочки на 8 марта. Может быть, я ту фигню уже не буду обозревать. Ты, зритель, если что, дай знать в комментах, типа, Лёля, хотим вот эту фигню посмотреть. Даже если один зритель скажет, Лёля, я хочу ту фигню посмотреть, растребись ее, ну, типа, растереби ее на камеру. Может быть, я тоже такую себе захочу. Вот ехать-то вроде кроме дачи некуда, кроме деревни. Ну, видимо, это такой легкий намек на то, что я давно никуда не путешествовала с 2019 года. Короче, зритель, спасибо тебе за просмотр. Если ты решишь поддержать мой канал, а я как раз вот коплю денежку на планшетик Huawei MatePad 11, чтобы монтировать быстрее видео для канала, то можешь там вот поддержать мой канал. Тут, наверное, вон там будет облачко. Если ты ждешь СМР какой-то конкретный, а тот, который последний был на канале, тебя не устраивает, то ты можешь подписаться на Boosty. Вот здесь тоже будет облачко. Если ты что-нибудь еще хочешь, допустим, купить закваски Бакздрав по скидке 10%, делать йогурт в йогурнице, и мне будет хорошо, и тебе нормально, то можешь использовать мой промокод на скидку Ivy Forever. Ссылка тоже будет в инфобоксе. Ну и что это? Вот тебе такой весны-весны, цветов-цветов. Там он каланхоет, рогами вырос. Там еще есть внутри на самом деле? 1, 3 их всего. В общем, пока тебе, зритель.